Ну что, друзья, подошло время закрывать сало. Насыпаем сольки в тазочек. Насыпал их сольки. Так, тазик можно поставить сюда, чтобы не улетел, конечно. И режем сало. Сало режем кусочками, примерно вот таким, чтобы улезло в баночку. Так, вот так. Как я говорю, порционными, чтобы вытянул на раз покушать, чи на тормозочек взяв, чи на зажарочку, щоб було нічого лишнього не було. Ось так, ось так. Ось так. Ось таке сало, товстішеньке, це тоншеньке. Ну, яке є, таке є. Я думаю, що воно саме смачне, пахне соломкою, сенцем. Спасибо, кому выкормил. Вот такие сала. Вкусняшечка будет. Так. Так, там я видосики снимаю. Трошки на то снимал, трошки на то. Думаю, люди ждут. Не монтировал целый фильм. Так, серийками. Невеличкими. Ну, можно будет посмотреть. Потому что много дуже работы. И надо работать. И снять надо для друзей, подписчиков. Короче, все надо. А оператора держать накладно. Так, огрызочки складаю, потом пойдут у колбаску. Будем начинять и колбасочки. Я думаю, что процесс там уже идет в кухне по нарезке. Мясо, сало. Ну, я пока занимаюсь салом закрывачкой. Потому что уже скоро темнитимо, а мы до сих пор все это не сделали. Так, вот шкуринка сала підкапчена, прожарена. Я уже кусочек з'їв один. И вспомнил дядю Эдика. Колись давным-давно была свадьба у нас. И резали кабана. И Эдик куснул трошки сальца. Ну, короче, свадьбу он не бачил. Чуть ласти не завернув. Ну, я думаю, мене таке пронесет. Не то, что пронесет, я имею в виду, обойдет. Пронесет-то. Может и пронести, конечно. Но скажу так, обойдет стороной. Так. Закрыем у баночки. Ох, и сало, красота. Сало настоящее. Таке, що до сковородки не прилипатиме. Таке вкусненьке. Жаль, Андрюхи нема, брата, блин. Попробував би. Я думаю, вже давно на свіжині не був. Так що, Андрюха, привіт тобі. Ну що, вислати нової почти. Так, не доїде туди, мабуть. Ох, и сальцо. Ну, настоящее, что здесь. Настоящее. Кормлено кукурузочкой, желтенькое. Так, наверное, это дорезаем. Начинаем закрывачку. Уже в тазике. Богатенько. Нажара, колись я делал, такий стриха. Работа нормально.
Так, вот так я делаю сало. Беру. Хай ты пока полежи. Опа! На стол. Так, банок. Теща протащила банок. Блин. Баночка. Так. 100 одежек и все без застежек. Пересыпаем солькой. Гарненько вмакаем. И залажуем. Залажуем. Якась солька мелка. Мелковатенька. Як сода такая якась. Вот так залаживаем. Что там, голуби, блин. Охотники бахкают целый день сегодня. Наверное, закрытие уже сезона у них. Лупят, блин, и что и голуби текают. Все живо и мертво шевелится. Ну и мы закрытие сезона. Кабана. Кабанячего сезона. Вот так. Хорошо. Промакуем. И проталкуем. Раньше закрывали только 3-литровые баночки. Семьи у нас были большие. Что у моей родителей, что Ксюхиной дед, бабушки. Закрывали 3-литровые. А сейчас никому их есть. Открыли литровую. Та и пойдет. Так, баночку наложили. Вот так. Супер не наталкую. Банок, слава богу, хватает. Берем крышечку. Накрываем. Что-то теща мне тут навыносила машинок. Проверяем. Подморилися уже, конечно. Ну а что, зробишь, надо доделать до конца работу. Все вот тоже старый запас. Так. Проверяем. Отлично. Первое есть. Погнали дальше. Раньше держали свиней таких за 200 килограмм сала. Считалось, чем толще, тем круче. Сейчас я думаю, что ни к чему. Ни к чему. Таких саловозов уже никто не хочет кушать эти жиры. А раньше, помню, мамка казала, та и бабушка там чи кто. Ой, боже, та не борщ олией зажаривают. Считали, кто больше олией зажаривает, это вообще типа хана. А теперь все олией зажаривают, никто не хочет канцерогена этого есть. А раньше казала, ой, божечка, та не борщ олией зажаривают. Вот такие были времена. Так. Хорошо обмакуем. И в баночку. И в баночку. Сало дали остыть. Сало остыло. Потому что если сало не остынет, будет у банках водичка будет, а нам это не нужно. Вон люди дрова пыляют. А мы закрываем сальцо. Вот так. Все, баночка закатана, хорошо. Ровненько. Процесс идет.
Коптить, вялить ничего не будем. Колбаски поначиняем. Итак, по пакетикам распределили. Усим потрошку. Тормозочки. Передачечки. Усі раді, думаю, будуть довольні. І нам хватить, і всім хватить. Спасибо, ще раз кажу, куму за подгончик такий настоящий. Кумі, що допомагала. Помагала і смалити. І все на світі. І кормила молочком. Так що, дорогі друзі, отак закриваємо потихоньку. Сніму, покажу.